крышу уже в отражёнке. Вот ищем такие дефекты с переливчиками, как вот здесь, здесь. Потому что почему-то вот лично мне вот этот шоколадный цвет, на нем тяжело искать дефекты. А каждый раз выгонять, загонять машину на улицу с улицы смысла нет. И вот в дефектовочном экранчике все видно. А в такой лампе почему-то уже все сливается. Вот поэтому при помощи дефектовочного экранчика ищу дефекты и довожу. Вот, отдефектовал и на улице, и внутри помещения. Тут штук 10 таких мест осталось, которые еще заметны. Сейчас доделываем их, и с крышей хороший финиш. Джемили Кертис и другие. Кое-где еще вот видны блички такие. Их надо доделать. И в принципе с крышей уже финиш. Вот. Вот такая крыша получилась у нас. Кое-где, конечно, честно надо сказать, получился немножко целлюлит, но это только в лампе видно. Кое-где складочки. Такое бывает. Там, где мастика приклеена или еще что-то. Вот. А в общем, все достаточно аккуратно. Как-то вот так. Теперь следующим номером программы у нас будет багажник, который надо тоже привести в порядок.